Если вы думаете, что пандемия коронавируса — единичное явление, вам не хватает воображения. Нет сомнений, что в мире сверхзвуковых самолетов это случится снова. Если мы переживем этот вирус, может, мы выучим полезный для себя урок на будущее? Наши лидеры должны быть уверены, что, по крайней мере, у нас достаточно лекарств, тестов и мест в больницах, в случае, если неожиданно произойдет что-нибудь ужасное. У них должен быть план быстрого ответа, не оставляющий сомнений в том, что ответственные лица знают, что делают. Уже сейчас из эпидемии можно извлечь очевидные уроки. Но вот еще несколько вещей, над которыми стоит задуматься. Во-первых, границы важны. Оказывается, иммиграция не просто узкоспециальная тема и предмет заботы отдельных активистов. Вопрос о том, кто должен жить в нашей стране, является первостепенным. Как только коронавирус превратился в глобальную угрозу, разумные государства начали защищать свои границы. Они хотят знать точно, кто пересекает их, и контролировать этот процесс. Это первое, что они сделали. В Израиле, где лидеры действительно заботятся о своей стране, немедленно приняли жесткие меры. Израильтяне не пускают никого, кто хотя бы в теории может быть инфицирован. И правильно делают. К сожалению, в США не может быть ничего подобного. Демократы немедленно объявят это расизмом и ксенофобией. Нэнси Пелоси прочитает нам лекцию о том, как аморально поступает Израиль. Будем ждать ее речь. Возможно, не дождемся. Далее контроль за оборотом оружия приобретает новое значение в условиях хаоса. Правоохранительная система может очень быстро рухнуть. Сама цивилизация может быстро исчезнуть, как часто бывало в прошлом. Подсознательно мы чувствуем, все мы животные с коллективными воспоминаниями о прежнем хаосе, заложенными в наших генах. В подобное время нужно помнить о том, как ненадежно любое общество. Принимая это во внимание, не поражает ли вас призыв наших лидеров разоружиться? Тот, кто ставит вас и вашу семью под угрозу и в то же время не оставляет вам шансов защитить себя, является вашим врагом, по определению. Пугающая перспектива, если подумать об этом в текущем контексте. И, по-видимому, многие задумались. Продажи боеприпасов подскочили в разы на этой неделе. Если американцы действительно верят в то, что их лидеры защитят их в случае необходимости, этого не будет. И говоря о наших лидерах, кто на самом деле главный в нашей стране? Мы думаем, что знаем ответ — люди в избирательном бюллетене. Но если вы хотите знать, кто на самом деле все контролирует, спросите себя, кто может заставить вас просить о пощаде? Если у вашего ребенка тяжелая инфекция, вы сделаете все ради антибиотиков, но наши лидеры не контролируют производство этих лекарств, в отличие от Китая. Китайские производители полностью обеспечивают поставки антибиотиков и бесчисленного количества других товаров, без которых ваша семья в буквальном смысле не выживет. И хуже всего то, что китайцы нас ненавидят и уже угрожали лишить нас жизненно важных лекарств. Наш самый сильный враг на мировой арене может решать вопросы жизни и смерти внутри нашей страны. Мы обязаны исправить ситуацию, не теряя ни одного дня. Но нужно также признать, что не все наши оппоненты находятся за рубежом. Через несколько месяцев наши больницы могут быть переполнены тяжело больными людьми. Вполне вероятно, что нуждающиеся в немедленной медицинской помощи будут обречены на страдания и смерть. Ужасающая перспектива. Кажется ли вам, что сейчас самое подходящее время открывать наше здравоохранение для всего мира безвозмездно? Что будет с больными американцами в таком случае? Похоже на форму саботажа. Между тем, именно это каждый демократ, участвующий в президентской гонке, публично обещает сделать. Даже сейчас, когда наша система здравоохранения беспрецедентно загружена из-за коронавируса, их взгляды не изменились. О чем они думают? Они не думают, они верят. Ревностно верят в культ политики идентичности. Джо Байден обнародовал свой план борьбы с коронавирусом. Первый пункт гласит следующее, цитата. «Расизм и ксенофобия по отношению к американцам азиатского происхождения и жителям Тихоокеанских островов недопустимы». Это первый пункт списка Байдена. «Расизм по отношению к, цитата, жителям Тихоокеанских островов – самая насущная проблема страны в данный момент?» Нет, конечно. Это не входит даже в первые 500 неотложных проблем. Мы не видим разгневанных людей, линчующих кого-то на улицах из-за коронавируса, и не увидим. Здесь этого не будет. Америка — гостеприимная страна, где живут удивительно добрые и отзывчивые люди. Проповедники идеи притеснения не видят этого, они отказываются это видеть. В силу своей веры они считают, что все плохое исходит от Америки. Америка в последнюю очередь. Таково их кредо. План Байдена также предусматривает изменение иммиграционной политики администрации Трампа, что позволит еще большему числу иммигрантов без гроша за душой приехать в страну и жить за счет налогоплательщиков, используя нашу и без того перегруженную систему здравоохранения в условиях ужасной эпидемии. Как это поможет? Это не поможет. Это навредит. В том-то и дело.
Такие люди опасны, они причина краха. Кажется, что они управляют всем. Но в этой стране они в меньшинстве, и мы должны помнить об этом. Большинство американцев не верят в их культ, в их идеологию. Они здравомыслящие люди. Американцы понимают, что должны делать лидеры, заботиться о нас так, как мы заботимся о своих детях. Если что-то угрожает вашему ребенку, вы не делаете вид, как будто ничего не происходит. Вы действуете. Вы делаете все необходимое, чтобы защитить его, точка. Если вы при этом умрете, что ж, это того стоило. Если придется выбирать между своими и соседскими детьми, вы понимаете, что выбор очевиден. Вы несете ответственность за жизнь ваших близких, ваших людей, зависящих от вас. В конце концов, вот что значит быть главой семьи, и вот что значит быть главой страны.